Дорогие друзья, от имени парламента Республики Южная Осетия и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Ни один праздник не может сравниться со встречей Нового года. Мы готовимся к этой встрече с волнением и лучшими ожиданиями. Эта магическая пора всегда волнующая и всегда безгранично радостная. Это прекрасная возможность поздравить всех своих родных, друзей и знакомых, пожелать им счастья, новогодних и рождественских праздников. Каждый раз, желая близким с Новым годом, с новым счастьем, верим, что грядущий год будет удачным и насыщенным, принесет нам только мир, спокойствие и радость. Мы с надеждой и оптимизмом смотрим в будущее и верим, что Новый год – это время начинать все дела и ставить перед собой новые задачи. Убежден, что свойственные нашим людям сила духа и сплоченность, любовь к родине, к родной земле и желание трудиться станут залогом новых достижений в наступившем 2022 году. Вера в свои силы, сохранение согласия в обществе будут способствовать осуществлению намеченных планов, чтобы сделать жизнь лучше и интереснее, а нашу любимую Осетию сильной и процветающей. Дорогие друзья, от всей души желаю, чтобы в новом году осуществились все самые чистые, светлые и заветные мечты, исполнили желания, а родные окружали вас заботой и вниманием. Пусть ваши дома всегда будут наполнены душевным теплом, материальным достатком, и пусть в них царит согласие, взаимопонимание и любовь. С Новым годом!